Почувствовать прикосновение мягкой травы и вкус парного молока, услышать кудахтанье кур, увидеть утренний туман можно, не уезжая из города, а лишь взглянув на картины художника Николая Акимова, выставка которого открылась в музейно-выставочном центре Реутова. Неслучайно экспозиция получила название «Благодатное лето в деревне». Это как бы уходящая такая деревня. Вот. Сейчас уже в основном коттеджи, такие поселки, такие уже какие-то городского типа. Вот в основном вытесняют эту всю жизнь. Работа такого классического плана, а это делается долго. Это уже несколько прописок, вот, несколько сеансов, поэтому, в общем-то, здесь наслоение такое, многослойная работа. Когда вот пишешь, она не нравится. Потом уже как бы она отдаляется, уже она сама по себе живет. Вот, а так вот пока вот пишешь, она как бы родная. Кажется, самая лучшая. Вытеснить эту деревенскую жизнь не так-то просто. Она остается в стихотворениях, музыке и в картинах Николая Акимова. И мы вместе с ним переносимся туда же, в родную сердцу деревеньку. Художник писал картины, вдохновляясь красотой Нижегородской области, но похожие места есть в каждом уголке России. И местный храм, и озеро, и проселочная дорожка. Очень нам с супругом понравилось. Дело в том, что мы из деревни, особенно деревенский пейзаж, великолепные картины, с удовольствием рассматриваем и хочется даже приобрести. Особенно прекрасна картина со стогами сена, потому что мне в детстве приходилось самой метать сено с родителями. Это очень трудное дело, но мы справлялись с удовольствием. И сейчас рассматриваю и вспоминаю свое детство и студенчество. Николай Акимов пишет картины более 35 лет. На его счету их тысячи. Как говорит художник, вдохновение повсюду. В его работах всегда прослеживается спокойствие и умиротворение. Преобладают яркие краски, однако предпочтения холодной или горячей палитре у Николая Акимова нет. Мне очень нравится его изображение воды. Это такой восторг. У меня дома тоже висят картины, где вода есть. Это просто чудо. И грязь, вот она натуральная. В нее хочется вот залезть и покопаться в ней. Из 23 работ экспозиции большая часть написана в недавнее время. Погрузиться в летний деревенский день хмурой зимой можно в музейно-выставочном центре Реутова до 16 декабря.